Очень часто спрашиваю, да, вот когда можно приходить, когда нельзя на тренировку приходить, да, вот если я там приболела, можно приходить на тренировку? Нельзя, отвечаю, да, не, приболела, не ходи на тренировку, да, если я там подвернула ногу, можно приходить на тренировку? Нет, нельзя, иди к врачу, подверни, иди лечи ногу, да. Я не знаю, если там кишечник, там что-то с кишечником, можно приходить? Нет, нельзя на тренировку, лучше прострись сначала, а потом приходи на тренировку. Да, вот опять же, там, если месячные, можно приходить на тренировку? Нет, нельзя, нельзя, как и жди, пока пусть идут твои месячные, вот так, и вот там, пока. Да, пять, вот как айнгаровцы говорят, 5 дней до и 5 дней после нельзя. Вот, там, я не знаю, если родственники приехали, можно, нет, жди, пока, сука, они там у тебя живут, да, если лень, можно, нет, нельзя, не ходи сюда, не отравляй мне здесь вот это вот, все вот это вот, да, вот мою эрию, да, не знаю, если хочется кушать, можно, нельзя, иди лучше пожри, короче, да, вот нельзя, да, вот если... Миллион причин. Если просто сыкотная, можно, нет, сиди сы, вот там вот сиди дома, бля, и сы, обсыкайся, понимаешь, да? Нельзя ходить на тренировку вот во всех этих состояниях, понимаешь, да? Вот, если там что-то пощемило, защемило меня, можно, да нет, защемило, лежи, блядь, стенай там вот это вот в своей кровати, блядь, мажь себе вот зеленкой, блядь, и всем вот там, что у тебя есть, вот там мажь, звони, блядь, своим вот всем докторам, родственникам, и ной вот там вот лежи, вот пока, блядь, вот что, пока ты не нагребешь вот это вот, вот что тебе, ой, вот это все твоя йога, да. Если я верующая, там мне, можно, нет, Господь не велел тебе вообще вот приходить на тренировку, иди вот, иди лучше помолись, понимаешь, да, там я не знаю, что там еще. Вот у вас какие там были вопросы, там я не знаю, если что там еще, да, вот короче, да, вот я не знаю, если только похавал, не похавал, или там, я не знаю, там то, если ты думаешь о еде, нет, вот, да, вот будь со своей едой, вот медитируй на ей, на тренировку не иди, понимаешь, да, когда, да, когда можно найти, вот когда вам на все это насрать, да, когда вы любите это вот всей душой, когда вы понимаете, что вы без этого не можете жить, да, вот когда лень вас не может, да, вот одолеть, когда вот родственники, да, доброжелатели вас не могут одолеть, когда вот никто не вас, никакие причины вас не могут одолеть, да, там война, ураганы, бедствия, там вот стихийные переезды, вот когда вот это вас не может одолеть, тогда добро пожаловать к нам, понимаете, потому что... Вот люди находят миллион оправданий и еще крутят всем вокруг яйца, почему они чего-то там не будут делать. Да, да, абсолютно верно. Вот. Мне на это насрать вообще, вот честно. Вот просто. Я хочу заниматься людьми, Инна хочет заниматься людьми, да, вот, которым очень надо, которые этим горят. Именно этим. Если вы хотите тренироваться, я не знаю чем, там, легкая атлетика, пожалуйста, тренируйтесь, мне на это тоже насрать. Я вас уважаю, но мне на это насрать. Да, я занимаюсь этим, Инна занимается этим. Мы готовы вам предоставить все знания, что мы умеем. Вы, главное, унесите, научить вас, вдохновить вас. Я не знаю, добро пожаловать с нами, короче, вот те, кому надо. Все. Надеюсь, все поняли. Увидимся в пятницу. Au revoir. Auf Wiedersehen.